Здравствуй, я Сахар. Сегодня мы будем продолжать проходить редьку. Я вообще не помню, на чем мы остановились в прошлый раз. А задания какие-нибудь есть? Налоговое извещение? 25%? Я прошла 25% игры? Было бы здорово. Итак, давайте я быстренько побегу, посмотрю, где вообще что должна. Отлично, в прошлый раз мы тут наркотики должны были отдать, но что-то мы затупили. Поэтому будем продолжать смотреть, что это. Так, морковочка. Те, что мама не учила не разговаривать с незнакомцами? Нет, не учила. Ага. Окей, тут опять головоломочки. Ну, головоломочки мы любим, конечно же. Идь. И я тут ничего не получаю, да? А, потому что в другую. Ну, конечно же, в эту сторону. Зачем мы это собираем? Ну, корона мне вообще идет. Скажите, звезда-то выглядит. А, только бы не чихнуть. Извините, пожалуйста. Сори. Ой, сейчас в нос буду говорить, конечно. Еще одно сердечко. Как его взять? Полить? Еще. Блин, ну все-таки в нос я говорю, да, высморкаться бы желательно мне. Извините, простите. А кому наркотики это отдать? А дерево? А кому дерево-то надо было? Так, это в конце игры. Кому дерево надо? Тебе? Тебе? Кому я должна была отдать наркотики? Реально, ну куда мне еще сходить? Кушать хочу. Тебе нужны наркотики? Кому было нужно дерево? Дерево кому нужно было? Да господи. Кто же такой? Мне так наркотиков не хватает. Ми-ми-ми. Ми-ми-ми-ми-ми. Тебе? Тебе дерево надо? Писец, ну как я должна была тебя найти? Вот, возьми запасную каску. Я не хочу каску, я хочу корону. Я хочу другую. Вот, буду так бегать. А, так здорово. И чё, как домой идти? А, у меня ещё и звук классный такой, когда я бегаю. Ага, и как-то мне надо домой прибраться, да. По идее, мне, кстати, если что, чемоданы надо собирать, я ж уезжаю. Из этого номера, из этого здания. В общем, да. Тебе ничего не надо, нет? Ну, писец в ленивке. Вот, по идее, я должна это все делать. Но что-то у меня как-то настроения нет. Я подумала, наверное, надо же сначала, ну, доиграться. Вот, всякое дозаписывать, а потом уже собирать вещи. И, как всегда, я все растяну. Пацаны, я наркодилер. Следят они за мной. Ну, плохо вы следите, если честно. Может, надо подойти к этому писюну и спросить у него, что ты вообще, пес, хочешь? А, рад, что с животными покончено, да, и удобрение пригодится. Что ж, твое следующее поручение в роли моего помощника. Раздобыть мне копье с четырьмя зубьями. В стародавние времена его еще называли вилкой. Хорошие помощники не задают вопросов. Слухами земля полнится. Говорят, что такое родила можно отыскать на фиговой верни. Чего? Фиговой, может быть. Ну ладно. Фиговой ферме, ладно. Что к югу отсюда, юг это снизу. Рассказывает, что там водятся страшные заплесневелые сладости. И нечего возмущаться. Ну живо принеси мне вилку. Вот ты мразь, меня ж пропустят. А, зашибись, ладно. Ой, песик. Я так к нему хочу, как к нему спуститься. Я хочу песика. Нам нравится изучать, разучивать новые танцы, выкладывать записи с ним в тип-топ. Я ни разу, кстати, не танцевала в ТикТоке. В ТипТопе, извините. Я иногда даже караоке пою для видео. Класс. Привет, это Арбусик. Я работаю учительницей на соседских грядках. Приятно познакомиться. Я бы с удовольствием с тобой общалась, но нужно следить за классом. Мы выбрались на экскурсию. Место что надо. Тут неподалеку есть пещера. Думаю, сводить туда ребятишек. Отличная идея. Хейли! Я случайно сделала телефон Холли, когда мы записывали видео для Тип-Топ. Он свалится со скалы. Беда! Упс. Что за день ты такой? Да вот уронила телефон со скалы. Теперь не знаю, что делать. Я спущусь как-нибудь, я же спрыгать смогу. Пёсечка, смотри. Все собаки-мандаринки исчезнут, когда игра будет пройдена. Что бы это ни значило. В смысле? Гав! Боже мой, пес, собачка, пропусти меня, сладенький мой. Мур, пойдем со мной, я хочу тебя к себе, малыш. А я могу тут протопаться? Ладно, пойдем так.
Мандаринка. А, апельсинчик, привет, путник, как поживаешь? О, у меня тоже все замечательно. Вот стою, наблюдая за славными улиточками. Я местный смотритель за улитками, но это ты и так, наверное, знаешь. Между прочим, это вымирающий вид, да, и все мы овощи и фрукты должны позаботиться о них и не допустить разрушения их экосистемы. Мы должны научиться существовать. Ух ты, тут червячок, а он кусается, наверное, да? А можно как-то... ща, да. Как драться? Класс. Пропустишь мне дрянь? О, репчик. Что, отрабатываешь свой должок? Нужно стараться. Я вот каждый день ворчусь, как белка в колесе. Все время на высоте, и у тебя получится. Только вот путь сюда тебе закрыт. У нас здесь важное дело. Ну ты гнида, писец, мразь. Вот тебе за это. Рыбка, это мэджикарп. Запись номер 2. Мало что известно о том, сколько рыбы водится в этом пруду, но, похоже, никто не видел на поверхности больше одной рыбки за раз. Ай, прости, больше не буду. Чего улитки такие большие? Ух ты, а тут еще что-то есть? Приветствую тебя, путник, добро пожаловать на морковной грядке. Да, мы поживаем, а мы живем вдали от города, нам там не по себе, поэтому мы чилим здесь. Шатаемся туда-сюда потихоньку. Ладно, я могу чем-то помочь? Не волнуйся, ты тут в безопасности. Сюда недавно заглядывал кое-кто странный, но я о нем позаботился. Как позаботился? Отправил его в мусорку. Что-то, мне кажется, опасно тут, писец. Ты видал то оранжевое чудо? Ну, сюда как-то попал такой оранжевый тип, с виду на нас похож, но больно уж мелкий. Странная история, да? Да кто это? Кто может быть оранжевый? Мандаринчик какой-нибудь? Отсылка на Джорджа? Думаю, вид с крыльца открывается отличный. Жаль, лестница сломалась. Может, получится забраться наверх, встав на бутапурет? Точно, морковку нужно попросить. Как тебе моя бакалетская коллекция коробок? Что? С чего бы мне специально так их расставлять? Конечно, я не собирался преграждать тебе путь, я аж не чокнутый. Гениально. Сука, писец, отсылка на Джорджа реально. Офигеть, но я не дошла до этого момента. Офигеть, это так классно! Чем она? Вишню? А это вишня! Кокаин. Писец, наркотики тут вообще жесткие. Везде нельзя так делать. Морковка-потеряшка! Няня наверняка обыскалась. Конечно, обыскалась. Господи, так мило. Все, знаю, что делать. Отлично, я так рада. Писец, так мило, так здорово. Потрясающе. Итак, топаем наверх. Ага. Направо же еще можно, да? Так, что мне нафиг в ферме? Я не могу ничего сделать. Окей, забреду сюда обратно попозже. Ладушки, в общем, как вы видите, я сейчас все это делаю без вебки. Вот, и так как я не то что стесняюсь своей внешности, мне просто лень настраивать все это. И плюс мои лампы остались у меня дома, поэтому мне приходится выкручиваться так. Но в будущем, я уверена, я покажу вам себя. О, ты нашел его! Спасибо огромное. На тебе мой табурет. Больше мне дать нечего. А мелкого я на голову посажу, чтобы с ним посидеть. Так он точно никуда не денется. Нельзя так реагировать. Блин. Ну ты такая милая игрулька. Ой. А еще мне не совсем нравится мелодия здесь, потому что... звуковые эффекты напоминают мне звук моих наушников, когда они разряжаются. Держи, малыш. Табуретка? Ну, табурет, у меня есть табуретка. А, блин, классно, она всегда там останется, я просто хотела себе забрать. Фиговая ферма. Писец, тут саундтреки, конечно. Блин, чуваки, я не готова. Нет! Это что за леденцы такие? Пицца? Уходи. Отлично. Соблюдай дистанцию. А, эта игра, наверное, вышла, когда еще корона была. Ага. Так. Угу. Ух ты. О, класс. И что это значит? Арбузики разве так растут? А могу это как-то, ну, использовать его? Запись из дневника. Ходила смотреть, как Мэтт играет в бейсбол. Было странно. Все семьи стояли в масках на большом расстоянии друг от друга.
Но Мэтт играл отлично. Вот так вот двери открываются. Мне аж наверх, наверное, надо. Я не помню, откуда я вылезла. Ты чё, пёс? Ты чё? Давай, 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 давай. Давай, Борис. 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 И мне страшно. А, ну класс. Мерзкий морозильник. Смирно. А ну, упал, отжался паршивец. Кадет, мы эту дверь 2 года укрепляли, и как только ты, салаг, умудрился ее взорвать. Ну, блин, вы лохи, сори. Это было нечто. Ты первый, кто прорвался сквозь наше укрепление. У тебя что, есть суперсила? Дашь мне автограф? Да, малыш. Так, это шоколадка. Придержи коней, парень, это что, я прям разрушил наше укрепление? Что ж, тогда лучше бы тебе поскорее возместить убытки. Иди-ка ты к доске объявлений, кому-то наверняка требуется помощь. Вышинос, не стоит отчаиваться. Вот, возьми ключ. С его помощью ты сможешь изучить ферму получше и выполнить пару поручений. Только будь осторожней, гниль не дремлет. Для начала ты мог бы запустить генератор. Окей. Привет, малыш. Привет, Репчик, вот так встреча. Я тут решила изучить поближе этот заброшенный дом. Когда-то в нем жили эти... Как их там? Люди? А, комната, в которой мы находимся, называется морозильник. Я пообщалась с местными, и кажется, они поселились тут очень давно. Холод положительно влияет на длительность их жизни. Похоже на теорию заговора. Даже если так, хотелось бы понять, смогут ли они спокойно отсюда выбраться. Окей. А! Отлично! Так, температура в лагере резко возросла, похоже, генератор не работает. Нужно пополнить запас медицинских товаров, поговорить с медсестрой Ягодкой. Пропавшее дитя, основные приметы, круглая, классная, зашибись, ладно. Ну, хоть какие-то задания можно выполнять, отлично. Ага. А тут можно почитать? Припрятала несколько вкуснющих брауни в морозилке про запас, иначе Мэтт все стрескает. Может, хоть там он их не найдет? Вот всего на секунду. Я буквально на секунду отвернулась, а моей младшей сестренке уже и след простыл. Я ведь за нее отвечаю с тех пор, как родители. Писец, ну тут что, вообще никто не может за детьми следить? Ну, господи, просто держи за руку твою мать. А, ты мне поможешь? Да, ты ж лохушка, писец. Вишня. Угу. Огонек разговаривает? Йоу-йоу-йоу, как настроение? Диджей Огонек, пора зажечь мне по-детски. Нравится? Нет. Не вижу ваши росточки, это диджей Огонек. Класс, но ты такой себе. А ты тот ребенок? Вот посмотрите, от опостылевшего морозильника. Тут и заняться-то нечем. Раньше я создавала игры на ноутбуке, но он сдох от холода. Хорошо, хоть шахматная доска осталась. Я выточила для нее фигурки изо льда. Может, сыграем? Давай. А как сыграть с тобой? Я умею. Чуть-чуть. Привет, сынок. Разве картошку нужно хранить в холодильнике? Я всегда ее хранила в каком-нибудь коробке. Извини, обознался. Думаю, мой сынок пришел. Ну да, любое новое лицо счастья для старика. Вряд ли я сам когда-то выберусь из этого морозильника, но надежду увидеться с сыном не теряю. Отлично, теперь я знаю, кого надо куда-то тащить. И потопали. Фасолинка! Привет! Привет! И что же повело в наши края такого красавчика? О, твоя ботва просто сводит меня с ума. Слушай, сладкий, а ты не мог бы принести мне кое-какие медицинские штучки? А, нужно достать пластырь, лекарство и маску. Ну как, справишься? Ну, маска у меня есть, а лекарство я не знаю где. Ого! Приветствую тебя, презренный плебей. Полагаю, ты поражен моим даром красноречия. Не удивляйся, все остальные просто имбецилы. Надеюсь, я еще успеваю взять бразды правления над этим убогим морозильным в своем руке. Только вот для этого нужны руки. Да и ноги мне, пожалуй, пригодятся. Блин, чел, ты такой классный! А, кстати, я на джойстике играю. Ого, как опасно. Привет, малыш. Отстой. Лучше бы меня заставили главный вход охранять. Там постоянно какая-то движуха. Сегодня, например, кто-то дверь взорвал. Круто же! Наверное, стражник из меня никудышный. Поэтому определились следить за заключенными. Да не парься. Думаю, на самом деле я не так плохо, вот только бы дали шанс проявить себя.
Так прояви, смотри, тут вообще дезертир какие-то. Пс, эй ты. Да, ты рябоголовый. Расслабься, я, кстати, тоже могу держать оружие без рук. Так и распознал в тебе отпрыска мафиоза. Ты случайно не родственник дома Репионе? Угадал? Тогда считай, тебе повезло, что я за стеклом. И если мне оно, гнить бы в тебе в подполье. Семья твоего отца дерзнула вступить на нашу территорию. Такие они себя всегда возомнили. Еще и на сходку собирались в той дурацкой теплице. Дурачок? Сори. Да твою мать, ты меня заколебал, гнида. Ты поганая, чтоб ты сдох, конченый. А, медицинские штуки. Ключик-то открывается, нет? Отлично. Крышечка защиты от детей. Вот, надо как-то научиться толкать. Наверное, потом мне дадут руки или что-то типа того, и я... Ага! Отлично, унитаз. Унитазом можно пользоваться? Нельзя? Зашибись. А в южном парке можно было бы... А, я знаю. На. И вот так. Отлично. Липкая полоска клеится на ранки. Вот сюда же. Угу. О, мой рыцарь, спасибо, сладкий. Ух ты, это я? Возьми за это ключ. Заглядывай, если нужно будет полечить Бубо, пупсик. Кстати, а, ты меня уже полечила? Какая-то сладкая, классная. А где ключик-то нужен был? Ты помнишь? Да, сука, уйди от меня, пожалуйста. Надеюсь, вы мне потом объясните, как пользоваться этим арбузиком. Я, ну... Ну а как? Коробку, что ли, перетащить? Но у меня ручек нет. А тут... А, кстати, вниз я не ходила, да? И что же? А, угу. И... Так. Наверное, мы с вами закончим на этом. Большое спасибо, что были вместе со мной. И обязательно напишите мне, как работать с этими арбузиками. А я увижу вас в следующий раз. Вот. Пока-пока.